Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть проявленная сторона. Внешне я робкий, зажатый, немного депрессивный человек, и внутренняя, будто теневая, агрессивная, сексуальная, более дерзкая личность. При том, это не то, чтобы мне образ такой нравился, а такое ощущение, что я всегда внутри такая. Просто не могу это выразить вовне. Чем больше не могу, тем больше это выливается в раздражительность, ядовитость и неуверенность. Я все же не пойму, как с этим работать. Надо научиться проявлять себя полностью или то, что внутри, это что-то надуманное. Нет, ну, самый лучший способ с этим работать, это пойти на психотерапию и все-таки через психотерапию с психологом этим заниматься. Потому что самостоятельно вы себе можете навредить. Что касается тех проявлений, которые вы описываете, такие как ядовитость и прочее, то это больше похоже на механизм психологической защиты. Вот, то есть вам, условно говоря, хочется себя проявить, да, вы себе это запрещаете, и как бы вот это выливается в какую-то, ну, раздражительность, да, это выливается, значит, ядовитость и неуверенность. Вот эта история вот про это. Как мне кажется. А что касается ваших сторон, и что касается того, какая сторона надуманная, то я не думаю, что какая-то сторона является надуманной. Я думаю, что все ваши стороны, какими бы они ни были, являются частью вас. Просто одну сторону вы в себе не принимаете, другую сторону вы в себе принимаете. То есть одну сторону вы считаете правильной, другую сторону вы считаете неправильной. Наша задача психолога, на мой взгляд, помочь вам принять ту сторону, которую вы считаете неправильной. Ну вот, и, соответственно, когда и если это будет происходить, вы увидите, что, в принципе, ничего, как бы, страшного в вашей стране нет, ничего страшного в проявлении вашей, вот, ну, такой, образно говоря, стороне нет, и, в принципе, быть не может. То есть это абсолютно нормальная часть вас, как и любая другая. Вот, поэтому то, что вы делаете сейчас, это просто вот пытаетесь в этом смысле бороться с ветряной мельницей, думая, что сможете изменить свою сущность, например. Свою сущность вам не изменить, как бы вы в этом смысле не пытались. Поэтому, как бы, я не думаю, что у вас получится это сделать. Я не думаю, что вы сможете это сделать. На мой взгляд, таким образом вы себя будете только ломать, на мой взгляд, вы себе таким образом будете только вредить, и не более того. Поэтому задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам принять вот ту сторону, которую вы сейчас себе не принимаете. По сути, то, что вы описываете, является, ну, личностным конфликтом, вот, по сути, то, что вы описываете, является личным конфликтом, и задача психолога заключается в том, чтобы вот помочь вам принять себя. Вот. Такая вот история. То есть это запрос на психотерапию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.